Уважаемые николаевцы, участники мирных акций возле мемориала в честь героев альшанцев. 28 марта – особая дата для Николаева. Именно в этот день, 70 лет тому назад, в тяжелейших условиях и преодолевая отчаянное сопротивление врага, наш город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Благодарные николаевцы увековечили память отважных десантников отряда Константина Ольшанского величественным мемориальным комплексом. Он является поистине святым местом для многих поколений. Здесь традиционно проводятся памятные мероприятия в нашем городе. Это единственный случай в истории Великой Отечественной войны, когда за один подвиг все 68 участников десанта были награждены Золотой звездой Героя Советского Союза и орденом Ленина. Поэтому нам так важно почтить память освободителей города, в том числе и память воинов-десантников отряда Константина Ольшанского, быть достойными их подвига, а также выполнить свой долг, не допустив раскола и вражды среди горожан. Мы, люди, которые не понаслышке знают, какой страшной может быть война, обращаемся к вам с просьбой отнестись с пониманием к нашему общему делу, достойно отметить 70-ю годовщину освобождения города Николаева от немецко-фашистских захватчиков. 28 марта в истории нашего города – знаменательная дата. Это символ единства граждан своей страны в борьбе за мирное небо над головой и счастливую жизнь. Уважая ваше право на выражение собственных взглядов, мы убедительно просим вас дать возможность коммунальным службам города с вечера 26 марта привести мемориальный комплекс в надлежащий вид, а также на период празднования освободить сквер от палаток, стендов, наклеек. Этот жест вашей доброй воли вызовет наивысшее уважение со стороны всех горожан, вне зависимости от их политических убеждений, продемонстрирует ваше истинное отношение к памяти погибших, а также признание еще живых ветеранов Великой Отечественной войны, для которых памятные мероприятия в эти весенние дни по-прежнему дороги, важны и значимы. Они должны видеть их такими, какими видели всегда.